часы мы хотели танцевать вместе, пить вместе, и тоже есть борщ, и... Борщ. Да. Борщ. Значит, за ваше здоровье мы хотели, чтобы вы пришли тоже с нами праздновать. Значит, мы вас ждем в субботу вечером после работы. Да. В 5 или, может быть, в 6 часов мы пойдем в ресторан, будем все жрать, и потом, может быть, поубудем спать. Да. Спасибо за ваше время. И мы считаем, что вы должны прийти праздновать с нами. C'est excellent. Crise de folle. Ok, on y retourne pour de vrai.